преддверии Дня защитника Отечества в Русском театре глава Дагестана Сергей Меликов вручил госнаграды деятелям из разных сфер, причастных к специальной военной операции. Почетных наград удостоились дагестанские военнослужащие и добровольцы, родители и члены семей участников СВО, врачи, меценаты и многие другие. Мы видим, как активно в Дагестане общественные организации, благотворительные фонды, волонтеры, просто неравнодушные люди всех возрастов, от детей до людей пожилого и даже преклонного возраста, ведут сбор гуманитарной помощи, участвуют в различных акциях, которые в том числе сегодня проводятся по всей республике. Председатель собрания депутатов городского округа город Каспийск Абдулвахид Джаватов стал обладателем ордена за заслуги перед Республикой Дагестан. Со дня начала СВО Абдулвахид Джаватович поддерживает бойцов и жителей освобожденных территорий гуманитарной помощью. И все, что мы делаем на земле Донбасса, обязательно приведет нас к победе. И разрешите передать всему дагестанскому народу, руководителю страны нашего Дагестана Сергею Шмелику, благодарность от главы Луганской Народной Республики. Также на торжественной церемонии отметили наградами и труд журналистов, работающих в зоне специальной военной операции и объективно освещавших происходящие события. Завершилось награждение концертной программой, приуроченной ко Дню защитника Отечества. Асия Тумалатова, Сиражудин Магомедов, новости телеканал «Среда».